Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашем обзоре монета «Смоленское сражение. Отечественная война 1812 года». Это 5-рублевая монета, выполненная из белого металла. Значит, на ней изображено, написано «Смоленское сражение. Отечественная война 1812 года». Также изображен обелиск, посвященный этому событию. С обратной стороны монета выглядит вот так. 5 рублей, Банк России, 2012 год. На торце монеты просто насечка рельефная. На сегодня все. Спасибо за внимание. До новых встреч.